Дмитрий Маликов перевернул игру российского шоу-бизнеса. 20 мая в концертном зале «Уникс» состоялась премьера спектакля народного артиста Российской Федерации и короля твиттера Дмитрия Маликова «Перевернуть игру». В основе спектакля лежит разговор двух поколений о музыкальных пристрастиях. Правда, у каждого своя, и в связи с этим зарождается некий конфликт, разрешить который помогают фантомы великих классиков. После спектакля Дмитрий Маликов рассказал о своем шоу студентам Казанского федерального университета и журналистам республиканских изданий на пресс-конференции в Высшей школе журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета. Я просто подумал, что надо продолжать свою просветительскую деятельность, потому что она действительно стала одной из таких важных составляющих зрелого Дмитрия Маликова. И вот родился этот спектакль как некая такая интерактивная форма, потому что он вроде бы как о классической музыке, но на самом деле он не только о музыке, о том, что нужно много трудиться, что нужно быть широко образованным человеком. Студенты федерального не смогли обойти тему, посвященную появлению Дмитрия на «Версус Батле», шоу «Большого русского босса», а также недавний фит с Юрием Хованским. Слышишь меня? Знаешь, что такое? Я вообще-то здесь. Эй, куда ты смотришь? Хит, еще хит сверху, ты же знаешь, я тоже судил «Версус». Мне времени крут, я свой в доску, и на шоу «Голос», и на шоу «Босса». Бабки меня любят, в кармане видимо-невидимо налика. Узнают всегда и везде, погодите, извините, они бы типа Маликов. 18 мая на Ютубе вышел клип Дмитрия Маликова и Юрия Хованского, уже собравший более 7 миллионов просмотров. Клип начинается со встречи Хованского и Маликова в Петербурге, на которой блогер просит артиста сходить с ним на свидание с девушкой, чтобы отвлечь внимание ее мамы. Однако по сюжету у Хованского возникают трудности с девушкой, и он предлагает Маликову поменяться. В итоге певец очаровал и маму, и ее дочь. Маликов рассказал, что бросил клич в твиттере, с кем бы мне фит замутить, и самое отдельное предложение поступило именно от Хованского. Зная его скандальность, у Маликова было условие: никакого мата в клипе. Первое и самое, что ли, конкретное предложение поступило. То есть он, видимо, отнесся к этому серьезно. Он подумал, вот говорит, вот есть Маликов, надо с ним что-то сделать. Что можно сделать? Дальше он начал думать, там, мама, дочка, поколение, вопросы, что. То есть он как бы придумал эту всю историю. Я потом меня нашел, со мной поделился, и я тоже как бы на эту тему откликнулся, мне тоже это стало интересно. По словам Маликова, его козырь «Самоирония» сработал. Он намерен продолжить двигаться в этом направлении и хочет спеть дуэтом с Оксимироном или Кастой. Диана Шилова, Роман Самарин, Универньюз.